Ровно 30 лет назад в Самарканде появилась первая областная газета на таджикском языке. Тогда ей было присвоено название «Озы Самарканд» – «Голос Самарканда». Страна переживала период распада бывшего союза и становления независимости. В 90-х годах были газеты, вещающие на узбекском и русском языках. Многонациональный город нуждался и в получении информации на таджикском языке. И тогда зародилась газета «Овозы Самарканд». Этому знаковому событию было посвящено торжественное мероприятие, прошедшее в зале Самаркандского госуниверситета. Со знаменательной датой коллектив газеты поздравил хоким области Эркинджон Турдымов. Журналистлар, газеталар хокимиятга кўмакчи булар. Чунки бизлар газета орқали ўзимизни сиёсатимизни халқга етказамиз. Телевидение, газета, мана мажлислар орқали, интернет орқали, ижтимоий сайтлар орқали. Шундан битта бизни таргъибот кучимиз бу Овози Самарканд газетаси. Шунинг учун ҳам viloyat hokimligi ta'sisligidagi Ovoz Samarqand gazetasi. Shuning uchun ham men o'zimizni oldimizga maqsad qilgan bu gazeta viloyat hokimi muassis bo'lgandan keyin, xalq deputatlar viloyat kengashi muassis bo'lgandan keyin bu Ovoz Samarqand gazetasi, Zarafshon gazetasi, Samarkandskiy vestnik gazetalari bular albatta yaxshi gazeta bo'lish kerak. Eng o'qimishli gazeta bo'lish kerak. E viloyat hokimligi ham o'z navbatida ushbu gazetalarni har doim qo'llab-quvvatlaymiz. В настоящее время в редакции газеты работают 14 творческих и технических сотрудников под руководством главного редактора Бахадыра Рахмонова. С первых дней основания политика издания направлена на оперативное освещение происходящих изменений по области, публикации выступлений аналитических и критических статей известных ученых, писателей, опытных преподавателей и специалистов. Эта традиция продолжается и поныне. Айтилган эди. Яны Овози Самарканд. Самарканд овози. Самарканд журналистларни овози эмас. Бутун Самарканд ахлини овози. Бу жуда чиройли эшитилади ва газетани улуғлигини ҳам кўрсатиб турибди. Как вспоминают участники, стоявшие у истоков создания, они и не могли подумать, что газета проживет столько лет и наберет такую популярность и тысячи постоянных преданных читателей, ждущих с нетерпением очередной номер издания. Вот честно, вы знаете, многие знают мой характер прямой, я не думал, что газета выживет 30 лет. Вот я так не думал, но она, видите, выжила. И тем более это гордость вдвойне. Я желаю всем журналистам счастья, здоровья. Я думаю, что мы еще доживем с вами и до 50-летия. В копилке Овози Самарканд множество наград, но одним из самых значимых является национальная премия Алтын-Калам в области журналистики. В 2018 году издание заняло 3-е место среди печатных изданий за вклад в процесс реформ во всех сферах жизни общества, содействие межнациональной дружбе и согласию. Дар замири ин хама сиёсати хиратмандонаи сарвари мамлакати мо истодааст, ки ҳамаи мо зери партави озодона дар кишвари маҳбуби озод ва обод зиндагонӣ мекунем. Бигзор дар оянда, мана тавре дар боло бузургон, устозон гуфтанд, ҷашнҳои то ҳазорсолагӣ ана ҳамин рӯзномаро мо қайд кунем, дӯстӣ мустаҳкам шавад ва мегӯем, ки бигзор зиндабод Овози Самарканд, зиндабод Овози Тоҷик ва бигзор дар Самарканд тамоми миллатҳо ба мисли имрӯза аҳлона, дӯстона зиндагонӣ карда, Узбекистонро боз ҳам дар ҷаҳон шӯҳратёр гардонанд. В своих поздравлениях выступающие отмечали, что в Самарканде испокон веков в мире и согласии проживают представители более 130 наций и народностей, одной часть из которых занимают таджики. Говоря о Самарканде, не упоминают нации, так как есть одна общая национальность – самаркандец. И практически больше половины населения говорят на всех трех языках – узбекском, русском и таджикском. Buni bir u yo bu tilga ajratish juda mushkul, hurmatli o'rtoqlar. Bu yaxshi narsa, ayniqsa mana chegara ochilgandan keyin Hasan Albek hozir esladilar, 2 marta Tojikistonga borib keldik. Tojikistonga o'zimizning uyimizga borib kelgandek borib keldik, chunki ilgari darvozalar ochiq edi. Katchkaga ham o'shaqa borar edik, tomoshaga ham o'shaqa borar edik.
Ходжан, Панчакен, Узбекистан, Кадырдан, Джойлер, Бубита, Ир, Бита, Хал. Участники торжества дарили памятные сувениры и произносили свои слова поздравлений. И все как один пожелали коллективу газеты дальнейших успехов и процветания. И оставаться преданным той идее, что изначально была принята за основу – быть всегда вместе с народом.